к мамочке. Ишмахтыц смолвит голосом длинной черной очередь в КФЦ. А сегодня было уже ну как без этой карты. Конечно, никуда без этой карты нельзя. Так, все так и было? Как вот, не знаю. Здесь ничего смешного нет, между прочим. Я считаю, это даже немного оскорбительно для меня. Жду приказаний. Чуть-чуть. У тебя переворот самого большого достану сейчас. Давай переворот достану. Я восстановлю справедливость. Я не готов. Ладно. А к этому... Ну, кстати, вот это лучше будет. Потому что больше атаки. Давай. Я восстановлю. Окей. Делать что приказание? Ну, консекрейшн на одну карту, это не страшно для меня. Лота, не зря. Я чувствую острое желание убивать. Убивать. Давай своего стегозавра. Стегодона. Стегодон. Какой стегодон? Стегозавр. Ненавижу эту игру. Интересно. О, какая неожиданная карта! О, что же это за карта? Ничего себе, первый раз вижу, чтобы кто-то такую карту брал. О! Когда существо атакует и убивает. И убивает. Это важно. Это важно, господа. Ну что, еще забавчик? Или что у нас сегодня? О, у нас еще одно освещение, еще одно. Ясно. Хорошо, хорошо, хорошо. Потом. Да. Потанцуем. Окей. Что приказал? Ладно, ладно. Потанцуем, говорит. Ну давай, потанцуем. Потанцевать, что ли, не можешь? Я восстановлю справедливость. На. Что-то мне подсказывает, что сейчас еще один будет стегодон. А то один стегодон за первые 12 карт, это же вообще как бы редкость. Их же 15, как обычно бывает в этой игре. Не, или Диносайз? Диносайз тоже ничего зайдет. Неплохая карта, да, мне нравится. Интересно. Пора 10 урон в лицо нанести. Нет? Не будет? Странно. Хлоп. Что приказание? Значит, я могу сделать дракона? Нет, я сделаю дракона. Ну его нафиг, этого ментального техника. Вообще, ну его нафиг. Вообще нафиг. О, какая карта. Какая карта. Что приказать? Какая карта, вау. Где же он такой взял? Интересно. Ну что ж, время умирать. Давай бомбера. Главное, сюда попал. Цель отмечена, Кристо. Давай. Стегодон, да? Не хватает стегодона. Чувствуете? Чувствуете? Вот прям вот чуть-чуть не хватает стегодона с топ-дека.
Ах, с тягодончиком бы сейчас. Отшлифовать раздражатора. Интересно. Раздражировать его по-стегодонски. Ну? О, иди к мамочке. Ишмахтыт смолвит голосом: твой личный сорт ментального техника, а мог бы и меня поставить. На этот раз я бы не облажался. Наверное. Да вот не верь я тебе, розовая борода, не верю. Рад бы поверить, да не верю. Вот он, думаю, стегодончик! Вот он где! Я-то думал, где же ты лежишь-то, стегодонище? А ты-то оказываешься уже и... Да. Да. Вот он, мой стегодончик. Ну ладно. Стегодонить тебя не перестегодонить. Справедливость. Мне кажется, я должен ментального техника достать. Жду приказаний. Не, никого не убивай, что ли? Предупреждаю. Ай, вот это некраса. Этот парень не очень. Мне нравится вот этот парень. Так, я сначала без делаю тебя. Свидетелей. Ага. Мне кажется, я даже 5 урона получу. Чтоб только оставить... Блин, не знаю, да? Ну, нафиг. Ну, не знаю. А хотя какой 5 урон? Я же этим его убью. Ты кто? О чем я? Не знаю. Сейчас ты получишь. Я восстановлю справедливость. Да не надо 5-2 убивать, пожалуйста. Ерунда. Жду приказаний. О, вот это нормально. Стоп, дай что надо. Дектиком. Давай. Ты кто? Конечно, я восстановлю справедливость. Ну, ладно. Жду приказаний. Наверное, этим двумя ударю. А не им. Ты кто? Я восстановлю справедливость. Да, я достану его. Потому что не летал. Ноуп. Не помогли, да, стегодон на стегодонах на стегодонах на стегодонами погонять? Ох.